На самом деле придется воспользоваться стейт-стейтом, потому что, типа, тут конты бесконечные, и начинаешь сразу на боссе. А сейф полноценный только после конца уровня, так что я думаю, ничего такого в этом нету. Представь, что я просто комп к нему включал все это время. Так. Еще мне надо умереть. А то хп мало. Эх. А что, меня босс убивать не будет? Чё, я все еще жив? Я просто и на месте. Кстати, интересно. Ну, он типа ледышки сюда закидывает или нет? Так, ладно. Ты. Сейчас будем мучиться. Так, он появится с обратной стороны, это я знаю. Вот как мне это доджить, я вот не понимаю. Это же простым прыжком не задоджишь. Мне кажется, надо игру потише сделать. А то он уж больно орёт. Непонятно, я уже всё хп слил. Ну чё за фигня? Так, окей. Короче, надо каким-то образом доджить то, что он делает. А, еще вот это говно непонятно как доджить. Ну зашибись вообще. Одни сплошные непонятки. Блин, а можно как-то... Ну, не знаю. Понятно. Значит, будем до конца драться. Вот как? Что я должен делать? Вот так вот прыгнуть? Не получится. Да ну пощади. Ну, он появится. Короче, этого босса я буду долго травить. Ну, какой-то не левый и... Абсолютно непонятный. По крайней мере для меня. Так, он с обратной стороны, да? Ну что это за говно? Эти мечи никак нельзя сломать, разбить типа. Пощади. Так, вот тут надо... Как? Что? Я... Хрен знает. Ну где он? Давай. Какую атаку можно подловить на контур? Атаки типа. А вот эти ядра бить, это типа чтобы дожить. Этот его меч, что ли?
И хилок никаких нету. Ладно, главное. Да ну. Так, а вот это как дожить, если нету типа штук, которые висят в воздухе? Ой, твою мать! Так, вот это я сейчас зря сделал. Блин, грёбаная Годзилла, серьезно. Так, вот я сейчас прыгну, и он меня заденет, да? Ну да, действительно. Чё жать-то в таких случаях? Я не понимаю. Ладно, я думаю, он когда-нибудь дастся. Я начну понимать хоть что-то, что происходит. Вытащим. Так. Блин, это не лаз босс еще, к тому же. Окей. Ну чё, как мне был дожить? В смысле, я в бок бежал, пощады. Ну, охренеть теперь. С. Справедливость. Давай. Пушка вставай. Еще и в уши гадил. А это как он на меня ударил? Силой мыслей? Алло, я был. На самой границе круга. Блин, вот это можно задоджить, если он по тебе попал, а потом ты типа такой. Опа, а у меня временная неуязвимость. Не понимаю. Так. Ну надо же. Твою мать. Полное говно.
Ой, надо подлететь же. Да ну как вот этот доджик говно? Блять. Роботическими пируэтами, что ли? Зашибись камера. Кстати. И она только сейчас перевернулась. По моей камере. Когда я 10 раз сказал измениться, она такая подумала. Не хочу. Теперь она изъявилась, так сказать. Окей, меч-то понятно, как дочь. Ладно. Так, мне по сути надо пережить 4 вот такие волны. Чтобы быть молодцом. Да ну прекрати ты махать. Я увернуться хочу попытаться, а он махает. Ой, еще по центру пробьется. Ну да. Меня задело. Зашибись. Давай. Будешь спускаться? О, я дошел до его нового, так сказать, почтения. О, может быть, у меня его и получится убить тогда. Нет, не получится. Он начал возвращаться. Так, окей. Как-то надо протянуть до стадии. И все задолжить. Да прекрати ты, ёп. Вот как я это должен был доджить? У меня уже пол хп нету. Замечательно. Надо понять, короче, как доджить каменные глыбы и прочее. Как он сейчас заблочил? Если твою мать, у меня не было нужной санины. Точнее, у меня была штука для блока, а он ее не заблокировал. Да в пизду. Так. Доджить. Окей, ладно. Я, кажется, понял. Только вот это вот не понял. Все, закончил. Так, кажется, у кого-то будет много хп сейчас. Могу ли я его одолеть? Вот в чем вопрос.
Так, вот сейчас. Да не туда ты уворачиваешься, господи. Отбитый ты человек. Кстати, по-моему, я снес где-то половину ХП. Внезапно. И все, да ну пощади. Прыжок не забузился. Еще на него хрен среагируешь же. Ладно, я более-менее начал его понимать. Этого дракона. Да почему ты... И все, если ты один раз попал в ледышку, то все. Хрен тебе. Пизда. Да ну почему? Я же вовремя нажал. Пощада, игра. Ну окей. Ладно, на меч я не реагирую. Блин, какое мерзкое управление. Заколебал. И ледышки его диаметром 50 сантиметров. И все, и сразу под гад попал. Вот почему ты сейчас эту атаку не задоджил? Аутист, что ли? Кстати, у меня такое чувство, что нельзя комбо выполнять на нем, потому что он вот так вот делает, собственно. В итоге не успеваешь весь урон нанести. Я увернулся. Слава тебе, Господи. Так. Окей. Сейчас будет стадия посложнее. Сейчас будет моя любимая. Да ну почему?
Да почему? Кстати, я... Да блин, какой черт таргет не на той цели? Вымой. Классно. Увлекательно. Что происходит? Я его убил, да? Заобузил, тварь. Еще будет забавно, если я за 20 минут ее, типа. Точнее, за минут 30 пройду. Не душа типа была скрыта или что? Особо понял. Какой-то телепорт какой-то, короче. Внутри нее. Па-пам-па-па. 3 часа ушло на этот уровень. Еее. Нам даже бонусные арбы не дали за то, что уровень был пройден и прочее. Да, конечно же, хранить. А, блин, там еще были эти прыжки паршивые. Я теперь помню, почему так много часов набито на этом левеле. Я был еще полусонный тогда. А мне прокачаться не дадут, да? Видимо, не дадут. Блин, долго они вытанцовывать будут? Видите, что там в рукавах было припрятано? Ну давай посмотрим, что ты из себя стоишь. Все, жесть началась. Я ему же броню не пробью, да? И за спину к нему не зайти. У нее еще поди не одна форма, да? Ну, прекрати. Thank you.
Что так звук лагает? Со всего этого добра. О! Со спины подловил. Во, а как вот эту фигню доджить? Я не особо понимаю. Меня же никак не пробить и прочее. Ладно, это тоже будет надолго. Я еще выпал, да? О, он меня поднял. Ну ничего себе. Босс, а ты дружелюбен. Так, окей, контратака работает. А я могу его скинуть, интересно? Да, у него хп немного отнимается. Прикольно. Только будет ли это конец? Так, ну, эта попытка явно плачевная. Так-то. А, надо ничего не делать, понятно. Когда клинки из пола появляются. Возможно, их заблокирует. Только непонятно, когда он их кастует. И поскольку анимация очень долгой атаки, то... Это надо заранее знать момент, что ли. Блин, вот тут я зря. Так, окей. Давай, поднимайся. Блин. Он мне блок пробил, гадина такая. Поднимет еще, да? Так, я тебя скину, чувак. Ага. Блин, не успел перепрыгнуть. Ну пощади, чувак. Прям последний босс начал мне. А ведь такое было хорошее начало. Блин, ну вот на вот в этот момент надо прыгать, короче, когда вот эта штука мерцает. Да не атакуй ты в этот момент, Гус. О, нет. Да, с другой стороны, если у меня сейчас...
пропрется. Я, может, его извалю. А интересно, кстати, я с этой фазы буду начинать или со следующей? Если я провалю это все добро. Ну все, готов. Ну окей. Как все странно. Лас босс со второй попытки. Да. Ну это вот за 30 минут прошел. Как то? Что-то последний босс вообще ни о чем. Так, ладно, мне надо брать Fire Blitz. И он будет на снесе. Да потом все подогнать. Окна и прочее. Так что стоп-паузы и прочее надо бы сделать. Я на норме проходил, да? О, Б-ранг, ничего себе. Я делаю успехи. Па-па-па. Еда для демонов, я. Вот кто. Так, понятно. Понятно. Ничего такого открыто нету. Ничего такого не открыли. Так, у меня за бонусной манеке, кстати, было интервью и прочее. Я собрал даже плей. Надо костюм посмотреть. Когда уж. Сто 130 контов заюзан. Прям. И...
прям ровненько, так сказать. Во, лоу костюм. Костюм номер 2. Ну и давай уровень выберем. Посмотрим, что с костюм такой. А, понятно. Как-то подобный костюмчик. Звезды, грубо говоря. Так, MoveViewer. У меня там было... Во, как-то интервью. Идти сколько еще? Ну да, костюм с интервью. Понятно. セリフが今回ほとんどないでしょ。セリフがない中で、ああいうこう擬音。блин, там еще кто-то такой, хай хай. Говорит, ладно. Пойду качать, настраивать и прочее. Ну-ка, мне сейчас предложат уровень сложности. А, не, ну ладно, фиг с ним. А это все типа.